дорогие отцы, братья и сестры, дорогая молодежь, я хотел бы сердечно поблагодарить вас, владыка митрополит, и всех, кто выразил добрые слова в мой адрес, устно или письменно. Я получаю множество поздравлений, и, конечно, физически не могу на них на всех ответить. И поэтому сегодня обращаюсь ко всем, кто поздравил патриарха с добрыми пожеланиями. Взаимно благожелаю каждому. И в первую очередь желаю того, чтобы непростые обстоятельства внешней жизни никоим образом не ослабляли нашей веры, не ослабляли свойственного нам, христианам, оптимистического взгляда на историю. И вот почему Господь Иисус Христос принес людям ведь не только возвышенное учение. Он дал нам пример жизни. А что в центре служения Господа? Если одним словом, подвиг. В центре жизни Спасителя был подвиг. И он начался с рождения. Может быть, младенец и не страдал тогда от условий, в которых он появился на свет, но его мать Пречистая Дева, обручник Иосиф. Ведь они по-человечески страдали. Рождался младенец в холодную ночь в хлеву. Первые мгновения жизни были связаны с подвигом. И вся жизнь была посвящена тому, что Господь совершал подвиг. Он отдавал себя другим. Он посвящал себя людям. И...